Хейо, гайсы мишумики, и сегодня мы поиграем The Making of Mario After Rebirth, версия 0.8, либо просто Isaac, да, в виде Марио. Да, давно у нас с вами не было Айзека, очень давно, особенно модов. Так, ладно, Ньюраны, что у нас здесь есть? Сейчас давайте я сделаю вот как. Chapters меню выключу. Так, stats HUD. Подождите, HUD icons, external items discussions. Chapters. HUD icons. New run. Давайте, знаете, как я сделаю, смотрите. Продолжим. Выход. New run. О, ну так намного лучше. Так, у нас есть с вами Марио, принцесса, Луиджи, доктор Гадо, космический Марио, Варио, Росалина, Боуэр Джо, маленький Джо, Шрай Гай, Тодд, Уилл, призрак, скорее всего. Ну, Аполлониум не изменился, и Пипей. Я думаю, давайте, наверное, сыграем за Марио, как обычно, хард. Даже здесь, смотрите, у нас много изменилось. Ну, Марио так Марио, поехали. Оки-доки. Я не помню, на самом деле, как... О, сразу золотушка. Так, R, да, кажется, реролить, да. Забег. Заметьте, музыка присутствует, у нас изменены текстурки. Интересно, есть что-то из Марио? Ну, взять даже тот предмет, что у нас сейчас, да? Ну, это, скорее всего, просто... А ну-ка, даже посмотрю так. Да, это просто книга Марио. То есть... Одно и то же. Ту-ту-ту-ту-ту. Как вы помните, мы с вами всегда реролим просто на золотую хорошую комнату. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тут даже двери Марио есть. Специальные. Ох ты! А, ну это, знаете, тоже, типа, обычная маска, что защищает нашу голову. Но она, видите, как переделана? Так, блоки, я вижу, тоже переделаны у нас. Lil Chase. Я просто не помню, брал я его или нет вообще. Так, яичко. Интересно, как здесь будут выглядеть секретные камни. Так, золотушка. А, руки рака. Так, мобы пока что одни и те же, которые мы знаем. Ох ты ж, ё. Так, дабл мухи. Так, у нас еще сердце сменённое. А, да уж. Ну, здесь сейчас... О, бомбы. Ну, это, помните, обычный лист из Марио, только... Да-да. Отсылочка к Марио, теперь он делается к Марио. Тут все равно листья, я вижу, изменили тоже внешний вид. Глазики добавили. Так, 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 так. Ну дайте мне годненькое что-то. А смотрите, у нас изначально, видите, маска есть? Мазохиста, которая. Шахид? Нахер мне шахид? Не, мы играем. Мы как с вами делали? Просто на урон. Предмет на урон, все, мы идем дальше. Ту-ту-ту-ту. Предмет на урон, предмет на урон, предмет на урон, предмет на урон. Ну, 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 ну! Челюсти. Оу, май. Так, я не пойму, о чем мне описание не работает. Почему у меня не работают описания? Так, монетки новые. Так, ниже. Ага, это кокольки у нас. Так, магазин. Опа! Портал измененный, новые враги. Ну, это вот эти, знаете, типа грибы.
Это грибы. Так, сердечко. Так, 5 секс. Давайте в большую комнату. Так, это у нас, походу, черепахи, да, безголовые? А вот это у нас что за шарики? Это летающие шарики. Окей. Так, ключик. Все равно мне беспокоит то, что у меня описание не работает. Ух ты, ё-моё. Это еще взрывательные. Lil Smorty. Блин, нужно хотя бы вспомнить... А, бомбы из этих, видите, вылазят. Ха. О, ничего себе, контракт. Найс. Так, сразу пойдемте за сердечком. Еще можно сходить на верхнюю, но... Думаю, смысл есть. Наверх идти. Не, вот этот контракт это хороший, потому что у нас скорострельность увеличена. Все. Это самый лучший предмет, по сути, который может увеличить нам скорость. Даже здесь музыка измененная и моделька все равно тоже. Изика. Изика. Гулерс, гулерс. Ага, вот у нас как теперь выглядит секретные. Хорошо. Так, у нас одна бомба. Хорошо, что мы сейчас сделаем вами? А вообще, зачем мне? Если я могу перепрыгивать, ё-моё, точно. Так, сюда. У меня аж это, прыгалка. Давайте тогда и туда прыгнем. Так, тихо. А у нас амнистия. А, это шетик, понял. Кубики, шипастые. Так, красные пауки. А, пилюля в виде баба. Окей. Так, ну нам только вниз. Ай-яй-яй. Ну мне, смотрите, как повезло. Что сердечко выпало. А, видите, а здесь голову решили не менять. Обидно. Ладно, что у нас золотой? Так, плюс серзап, да? Они все-таки пишут мне. Что-то у нас немного Айзек головатый. Голенький Айзек. Ну ладно, не Айзек, не Айзек. А, это кокульки у нас. Кокульки. Кокульки. Так, вот это что у нас за кокулька такая была? Нестандартная. Так, найдем с вами этот. Денежки. Еще хотя бы. Немного. А, ерорные квадратики, ясно. Это вот эти у нас, которые делаются. Превращение. Выполняет, которое превращение. Нужно за этим понаблюдать, когда они типа ко мне летят.
Так, еще один ключ. Ой. Еще один ключ. Плюс батарейка. Да, что-то меня на ключи. Сильно. Сильно-сильно меня на ключи. Так, может, сразу пойдем в магазин откроем? Погнали, наверное, сразу магазин откроем. Пока еще не заблудился до конца. Так, у нас же там еще был сверху, да, проход? Так. И сюда. Так, не, отсюда мы пришли. Ага, это у нас комната сделок. Окей. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Погнали в магазин. Ну, в принципе, давайте автомат заполним. Не хочу его убивать. Ладно, лучше автомат заполним на самом деле. Там же, если автомат заполняешь, там тоже тебе плюшки дают. Так, походу, это обычные пауки. Так, а ты у нас... Походу, слепые Айзеки. Вилка. Здравствуйте, Ерор. Классненько. Я сразу просто сбегаю, в автомат закину. Пасхалки есть какие-то здесь? Да, у нас есть здесь покебол, звездочка с Марио, грибок Марио, цветочек из Марио, походу этот, бочка из Донки Конга. Потом вот это треугольнички, это у нас из Зельды. Значок Зельды. Это, походу, покемон. И маленькая Нинтендо. И того. Так, нам еще, короче, немного монеток нужно для того, чтобы этот у нас ик поднялся. Я думаю, короче, пока что можно в этот поиграть в мод, а потом перейти обратно в обычного Айзека. О, Хантер. О, смотрите, у нас даже боссы поменялись. Ага. Так, хорошо, сделка. Так, плюс ХП. Плюс сделка. Блин, дабл пикап и мертвая кошка. Ну, мертвая кошка нахер надо, лучше пускай у меня будет ангельская сделочка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, это у нас пещера. Мертвая звездочка. Так, грибы это грибы у нас. По идее, есть разные виды грибов. Какие-то злые они. Им еще лица и поменяли? У них лица злые. Реном. Хотя, давай. А, не... Видите, а эти модельку не поставили. Тех шаров. Блин, мне скорострельность нужна. Так. Ага, это у нас жуки. Жучки, жучки. Вот мне кажется, что это взрывной. О, плюс бомба.
Так, короче, у нас дохера бомб, нужно искать секретку. Скорее всего, тут будет секретка. Ой-ой-ой. Так, пауки поменялись, хорошо. Тут-тут-тун. Ничего себе, впервые вижу такую комнату. Так, спид. Ладно, подберу. Что это такое? А, это голова Айзека, да? Familiar Head. Так, подожди. Вишбон. Challenge Spawn. Нахер надо. Хотя, так, Lucky Rock. Destroy Rock Spawn. Coin. Rocks. Spawn. Lucky Pock. А, Lucky... А, стоять. Я понял, что это. А у нас есть где много камней? Ну, тут только два. Так, ладно, это я место запомню. Давайте косточку возьмем пока что. Что дает нам тот камень? Ну, как обычно, мы просто ломаем блок. И у нас это, типа, из разрушенных падают денежки. Ой, тролль-бомба. Найс. И выпал предмет. Найс. Круто-те. Не. Ну ладно, хотя бы здесь сейчас эти взорвем. Ой, боже мой. Ёлки-палки. Ёлки-палки. Так, ладно, давай. Вот знаете, самое прикольное. То, что я туда зашел. Я просрал зря сердце. Я еще вышел. И выпал предмет. Найс. Интересно, что хотя бы за предмет. Вау. Хороший предмет. Слушайте. Все-таки не зря я помучился и вернулся. Ой, я знаю, где я сейчас еще деньги нафармлю. Сейчас изи деньги будут. Очень много изи денег. Так. Здесь ставим, взрываем. Так. Так. Просто жопа. Жопа, жопа. Найс. Не, это реально хорошо, потому что много очень денег у нас. Ох, блин, ну здесь... Нет. Вау. Давайте орбиталку в нож возьму. Подожди. Ты также работаешь? А ну сколько монет? 4 монеты. За один взрыв не. Нет. Я лучше бомбы сохраню, если будут секретные эти. А, так это орбиталка. Тогда хорошо. Вместо слез, я думал, будет. Ту-ту-ту, нет. Ладно, магазин. Там-там-там-там. Там-та-ра-та-там-там-там-там. Опа, апгрейд. О, плюс достижение. Получены достижения об магазином. Всё, готовым. Готовым. Подождите, а что в магазине? Там ничего такого ценного не было? А, там предмет бомба.
Ну, халявные бомбы... Ну, хотя ладно, посрать. Так. Далее. Угу. О, тихо. Это слепые. Это слепые. Так, у нас орбиталка есть. Синие сердца. О, это... А, я понял, кто это. Я понял, кто это. Легко, изи. Райская комната, момент предмет. Ага. Ага. Fly Spitzful Triggers. You get hit. Мертвый изик. Так, аж... Ух! Тихо, тихо. Готово. Плюс ключик. Плюс еще шанс на райскую. Что за фигня? Я пройти, думаю, не могу уже. Пипец. Так, хорошо, флуткаф. Флуткаф у нас не изменили. Ну, у меня теперь полет есть, поэтому... GG, держите жопы. Опа. Изи. Так, это которые много плюются. В виде труб сделанных. Сделаны в виде труб. А, магазин. А, так я еще при получении уру... А, точно, ё-моё. Это у нас монетки по 5, да? Не понял, это по 5 или по 2? Так, у меня одна бомба, так нам лучше сэкономить. Но здесь есть шанс, в принципе, что будет что-то. Ладно, не хочу, не хочу. Так, это у нас быстро жопные кокульки. А. Спектральные стрелки, найс. Найс, работаем. Найс, работаем. Так, секретные двери, секретные стены. Давай сделаем вот так. Вот так вот. Хорошо. Теперь нам нужны бомбы только. Теперь нам остались только бомбы найти. Так, это бримстоновая, если не ошибаюсь. Да, бабочку тоже изменил, как это она стала. Не такая. Да-да-да-да-да. О, а я ж летаю, тё. О, зажали. Turn trolls bombs. А, тролл бомбс, я понял, все вспомнил, вспомнил. Что? Подожди. Так. Дает контракт на. Бля, цепь, да.
Ёлки-палки. Да, это жестко. Потерять просто целое сердце. Можно мне бомбы? Мне срочно нужны бомбы. Ключ. Ключик, ключик, ключик. Бомбы, бомбы. Ого, найс. Так, туда еще не... рано, подождите. Мы еще не нашли с вами магазин. А у меня денег много. У меня на 2 айтема прямо. Сколько ключей? 9. 9 ключей. Только не говорите, что у нас не будет магазина. А, подожди, так я магазин уже открыл. У нас это там херовина, да, была? О, черт. Вот черт. В шипастый пойти? Да поехали. Опа, телепортирует. А, вот что он дает. Не, я возьму лучше Джокера. И я плюс не получаю урон. Найс. Изи вообще. Просто легчайше. Так, это у нас скаф 2, поэтому у нас остается там часа. Еще несколько локаций. Поэтому мне так много денег не нужно. Давай, 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 давай. Хорошо. Но я все равно юзаю этот. Тогда карту. Спектралка. Призма. Убить. Нет, не хочу. Я, скорее всего, на сатану не пойду. Так, плюс лайф. Поехали поверху. Ага, это у нас бессмертные. Хорошо. Буду помнить. Так. Ну, с такой призмой, по сути, будет быстро, я думаю. Да ёлки-палки, вот оно плохо ломает. Все. Дабл ранч. Дабл ранч. Либо тролль-бомба, да? Да пускай будет тролль-бомба. Если сейчас врага споймаю тролль-бомбами, то будет отлично. Так, уже босс. На босса еще рано. Так, еще плюс бомба. Хорошо, там секретная стена. Плюс еще бомба. Thank you.
О, заметьте, я только заметил, что уровень у нас как выглядит. Как старый Марио. Найс, мне дали монетки. Мне дали монетки. Круто. Ой. Ой, ой. Ладно. Все равно хп восстановил. Плюс еще монетки. Пипец, у меня монет. Дайте мне эти монеты уже прожать. Хочу прожать монеты. Так, зеленый боб не буду брать. Так, ключик. Опа, золотая. Опа, магазин. Ага, это у нас попрыгуны сраные. Да, чтобы призма сработал, это тяжко. Так, магазин. И нету рерола, пипец. Найс. Активирован новый предмет, провод. Дай будет. Телепорт. Уважаемый предмет. В большинствах местах. Так, ладно, погнали тогда сразу на босса. Мы все равно все нашли то, что нам нужно. Двойной босс. Ладно, с этим разобрались. Ай. Вот черт. А теперь можно сходить за этим. Да блин, как? Вот шанс, понимаете, 62 райской комнаты и 62 адская. И в конце концов мне не дали ни ту, ни ту. Как это вас вообще возможно, я не понимаю. Телепорт, я не знаю, на самом деле, хороший предмет или нет. Типа, может телепортнуть нас в жопу полную. Это, пф, я думаю, так понятно. Нафиг оно мне надо. Так, дайте мне комнату в следующем этаже нормальную, золотую. Прикидываю, там выпадет моча. А-а-а. Моча, это будет жестко. А, спектралка так не работает, да? Спектралка так не работает. Оп. Так. Игральная комната. Так, не забывать, куда я хотя бы иду. Куда я хотя бы иду. Так, по прямой. Наверх. Ага, у нас это тоже, да, поменялся червь, который просто летает и кокульки высирает. Хорошо. Так, магазин у нас есть. Так, ладно. Угу. Даже так. Дабл пикап. Не хочу. Не хочу. Ой, бля. Что меня дерьмом тут закидывают?
GG. Просто. Ди. Ball of Steel возьму. Ball of Steel будет грех не взять. О, я помню, я понял, что это тогда за зомби. Оу, тау. Тау. Только так Гаммер Симпсон или Марио делает? Что-то я не помню. Так, хорошо, где мы были? Там игральная комната. Вниз. Вниз. Ох. Давай. И что? И? Кто-то меня тут наёбывает. Слышите, а там должен этот быть, походу. Подвал. Что-то я подвала не увидел. Немного. Так, ключ выпал. Ага-га. Плюс турбомба. Так, я слышал ключик стоять. Слышал ключик. Да, секретная стена. Это та же самое, что вот здесь пол. Ага. Да, стена. Хотя, ладно, у меня бомба есть. Поверю тебе. Скелет ключ, найс. Ладно, я так уж и быть тебе и поверил. Бом-бам-бам. Плюс еще один ключ. Бля. Короче, призма какая-то херово рабочая. Сколько ключей? Зачем? Зачем мне столько аж ключей? Так, готово. Вниз. Так, это которые, да, скелеты. Угу, сундук. Приговор с мамочкой. А заметик. А, как она, видите, выглядит. Я не хочу брать. Я еще не нашел золотую комнату. Золотая. А, нашел. Найдено. Классно. Кэнди. Квенди. Так, ну ключей мне много. Поэтому можно их тратить. Тратить много. Да. Че, поехали. Ай! А, это... Боевая нога. Да, здесь она не будет вызывать. Да,
Так, давайте думать, куда пойдем. Давайте пойдем наверх. У нас ключей до хера. Поэтому мы пойдем наверх. У нас очень много ключей. Чертик. А, нет, я не хочу. Там такое. О. Музыка классная. Эй! Я тут понял, что мне скорость передвижения нужна. Ball of Steel. И плюс еще один Ball of Steel. Самого тембала это Ball of Steel получить. Так, а теперь же враги там по full HP наносят. Поэтому нужно быть осторожным. Секретные ящички. Так, а здесь у нас золотых уже комнат по идее нету. Как помнится. Поэтому можно об этом уже забыть. Так, это которые вокруг, да, бегают? Блин, а прикиньте, призму взять и предмет, который, типа, самонаправляющий, ну, типа, контролирующая слеза. Это шимбово, мне кажется, будет, или нет? Я просто никогда не пытался. А я вот не помню, либо у нас золотой комнаты нету, либо только этой. Угу. Я не буду комнату делать. Чтоб сразу на сатану полететь. Так, это у нас местные челики. Так, вниз. Ну, чисто взрывающе. Да ёлки-палки. О, атаковать начал. Ничего себе. Хороший предмет. А, монетки. Так, это у нас челик, да? Который с головой летающий. Секретка, точно. Поехали. Давай. Ну, я потом тебе все равно взорву челик. А не, он решил улететь. Он понял, что я его взорву. Так, что это? Последний пирог. А, это где рандомные эти слезки. Чё, херел? Ладно, хотя бы... Вот что там? Давай я взорву, хорошо. И что там? Серьезно? На такой локации? Хорошо, робому. Хорошо. Ладно, сразу вниз.
Так, наверх. Ха, вот это прикольно сделано. В виде пуль. Это у нас, кажется, червяки черные. Черные червяки. А ну давай сюда. Я хочу, чтобы ты сюда плюнул. А плюнул, говорю. Ой-ой-ой, не хочу больше, чтобы ты туда плювал. Все. Здрасте. Ну, плюс предмет. Все равно плюс предмет. Плюс урон. Ну, на один глаз, ладно. Чё? А, это враг такой. Ball of steel. Так, этот, который, кажется, у нас не плюется, да? Лазерами. Но он прыгает. Он прыгает. И все. Ну, блин, слышь, босса сюда взяли, мне впихнули. Хорош. Хорошо делаем. Что-то дадут? А, от сердца дадут, найс. Давайте вниз. Да ё-моё! Суки. Сучки. А, не, в шипасу нахер надо. Только если будет карта без урона, которая... Чё, в виде перчаток? Бейсбольные перчатки. Боксерские даже. О! Все-таки даже здесь у нас такие камни. Так, плюс 10. Ох, как везет. Давай. Не расстраивай меня только. Ух. Так, сейчас мы сейчас проходик еще откроем секретный. А где с такой бомбы должно быть две бомбы? Бомбы, монетки. Так, ладно, легче пробежать. Поехали. Сука. О, так она рандомная чё?
Тихо, тихо, тихо. А можно без вот этой херни? Вообще ни хера не страшно. Ну это за актив. Слишком жесткий актив, нет. Так, мы взяли наверх, поэтому идем наверх. Музыка. Так, это у нас хотя бы кто? А-а-а, вспомнил. Вспомнил. Лакяп? Монетка? Найс. Ой, бля, только не вот эти. Не, я не хочу с ними драться. Такие дерьмовые враги. Боже, вот это самые больные враги в игре. Так, а я, слушайте, а я вот думаю, я смогу победить? По идее, должен. По крайней мере, я так думаю. О! Халявные бомбы. Может, пускай мне тролль бомбы этот наспавнит? А чё тролль бомб? Тролль бомбы хочу. Слышь, я говорю? Хочу тролль-бомбы. Где мои тролль-бомбы? О, тролль-бомбы. Хочу еще тролль-бомб. Еще дашь? Хорош! Вы же понимаете, это просто халявные... Изи, просто халява. Так, а теперь он тролль-бомбы не будет создавать, а будет просто бегать за мной. Ладно, нам и так достаточно, я думаю. Это вообще будет достаточно. О, игровой автомат. Игровой автомат. Так, двоих уже убил. Так, лаз последний остался. Отлично. Так, давайте наверх. Ух, найс. А давайте, почему бы нет. Отлично. Следующий кто? Вообще отлично, смотрите. Пока что. Ну. Здесь легко. То
тоже. Ничего сложного. Все. Плюс еще бомбы. Ключей у нас тоже предостаточно. Пипец. Да, это жестко. Это жестко. Ой, бля, начинается. А вот это вот плохо, то, что у меня сердечко кимает. Так, один сдох все-таки. Второй сдох. Так, давайте, наверное, влево. Призрак, который телепортируется. Ну, бля, ну за что? Ну за что? За что мне этих призраков? О! Тихо. Обидно. Блин, в шипасу пойти? Так что просто можно пойти. Но у меня тогда не будет больше сердечек. Нормальных. Ты офигел? Убирайся, убивайся. Да. Много прожимов. Прожимов много. More chairs and the case ape. Фу, я понял, это уже с боссом. Да. Изи. Так, сундук. Плюс сердце, хорошо, запомнил. Что боссов здесь каких-то много? Много боссов. Очень много боссов. Нет, тролль-бомбу я возьму лучше. Зачем так много их? О, наконец-то нашел. В смысле? Как он зацепил? Я понял. Найс. Ладно, будем танчить. Затанчили. Идем за сердцами. Также я буду следующего убивать. Мне все равно. Мне все равно, также я буду следующего убивать. Чисто танчить. Ну сколько мы потратили? 4 хпшки получается. О, поехали. Так, кусочки мяса. Прикольно. Так, подождите, так это ж уже был, разве нет?
Или тот был другой быстрый? Окей. О, это который плюется! Лучше бы он мух создавал. А нет, тогда уже голова кота лучше. Хотя все равно дерьмо дерьмом, как говорится. О, ё-моё! У нас их прямо три штуки цельные, это которые. Ладно, у нас две орбиталки. Взрывающие мухи. Тихо, тихо, тихо. Пока что очень все хорошо. Угу. О, вот это вот тоже нехорошо, нихера. Вот это вообще уже нехорошо. Да ёлки-палки. Вот это вот нихера нехорошо. Ох, вот это вот, ладно, повезло. Ну, это чисто везение. То, что я нашел тебя. Ладно. Где сундуки все? Я сундуков не вижу. Они вообще не падают. Пипец. За весь этаж ни одного сундука. Это ж кто? Теперь я понял, кто это. Блядь. Можно не так опасно? Уже весь уровень засрали. И дали все-таки сундук, наконец-то. Когда меня уже так жестко отпиздили. Так, ладно, но с этим проблем не будет. Бомбы. Да-да. В смысле? А, это не тролль бомбы ты пуляешь? Ясненько. Значит, его брат, да, старший пуляет тролль-бомба. О, еще один тип врагов, найс. Который жопа. Ладно, этих хотя бы быстро разобрал. Пиздец. Это сложно все равно. Еще один!
Да ё-моё, ты надоел! Чё вы такие жесткие? Я точно выиграю этот? Пипец. Найс. Сердце, которое я сейчас все равно просру. Ты у нас кто? А? Найс. Найс, сука. Что, время танчить, да? Да пойдемте, а что делать? У меня как вариантов не так уж много. Не, я сейчас рели начну танчить. Бай. Будет так жестко, буду танчить. Ладно, танчим. Все, сундук. О, боже. О, как же сложно. Ну, короче, ребят, как-то так. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До следующих прохождений Айзека и обзоров. Ну, модов, да, все такое. Поэтому всем пока.